Давайте начнем вот с этого. С этого прекрасного ведущего. Как наказывают людей, которые хотят в Хэллоуин там повеселиться, отдохнуть? Наказывают? Никак. У всех свой право выбора. Чего-чего? Что за право выбора? Че праздновать, что не праздновать, ребята? Ну, хотят праздновать, пусть празднуют. Кто мы такие, чтобы запрещать что-то людям, да? Да. Че дата? Ну, они же хотят посредством вот тыкв вот этих дестабилизировать нашу духовную систему. Так, во! Духовную? Ты в Бога веришь? Бля, я не в том-то районе про Бога-то спросил, блядь. Ой, блядь. Че? Вы телевизор вообще-то смотрите? Да. Пускай я ему делаю, не проехать, понимаете? Да, гладенько. Духи, призраки. Гуманоиды. Зомби. Навальные, Скрипали. Все это фуфло. Натуральное. 31 октября, международный праздник Хэллоуин. Но международный? Он международный? Сиськи. Сенат. Какие сиськи, блядь? Уже заявил, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой, современной, антидуховной культуры, которая пришла к нам с проклятого запада. Матушки мои. Зачем затушил-то? Так я думал, все уже. Думал. Эй! Стой! Стой, говорю! Глухой, что ли? Гуманоид, рептилоид. Подожди, откуда снег? Я только сейчас, блядь, что-то обратил внимание, что у него снег. Охуеть. А что, уже снег выпал? Жесть. Просто у нас тут еще тепло. Плюс 21 градус на улице. О снеге пока даже не думаем. Вот. Это Байден. Это же мой плащ. Ты, сука, иди сюда, иди бой. Блядь, давай уже опросы, ёбаный рот. Хе. Нет. Эмпти, спасибо тебе большое. Уснул на стриме, ну ничего. За переподписку ты прощен. Спасибо тебе большое за переподписку. Так, давайте перемотаем уже, да? А то бесконечно. 31 октября сегодня, вы знаете, что за день? День рождения у меня сегодня. Серьезно? Реально. Мы очень рады. Мотор. О, что купил, ну-ка. Реально. Реально. Мы очень рады. Мотор? Это что, пиво такое? Мотор. Моторчик, да. Это что, такое масло моторное? Ну да, моторное масло. Крепкое. 31 октября на носу. Так. Вы знаете, что за день? Нет. Точно? Точно. Тыкв дома нет? А? Тыквы есть дома? А? Есть.
Зачем они вам? А этот Хэллоуин-то. Хэллоуин? Собирай. Ебать. Еще раз хочу. Зачем они вам? А этот Хэллоуин-то. Хэллоуин? Ебать. Чисто двигатель, бля. Собираетесь праздновать, что ли? Что хоть вы? Точно? Точно. Ой, не тот возраст. В смысле, одни тот? А если бы вы стали бы отмечать, что ли? Нет. А чё возраст? Вон я когда стримил Хэллоуин здесь. Помните, сосиска в тесте, блядь, пожилая шла. Какой-то дед, блядь, лет 80 в костюме идет в сосиске, нахуй. Я в ахуе был. Ну и чё, возраст ему не помешал. Чё такого-то? Господи, блядь, что если старый все, тебя теперь от всего отказываться, что ли? Ну. Как наказывать людей, которые хотят повеселиться в этот день? Как-нибудь не давать им тыквы. Как-нибудь и не давать тыквы, поняли? Им надо давать по тыкве. Или в тыкву дать. О! И в тыкву дать. Вот, да. Ты хочешь отпраздновать Хэллоуин, хочешь отдохнуть, повеселиться? Хэллоуин? На нахуй! 31 октября на носу. Вы знаете, что за день? Новогодня. Чего, блядь? Новогодня? Новогодний праздник. Да. Чё? Какой нахуй? Новогодний праздник. Какой знаете, что за день 31 октября? А, перепутал, походу, октябрь с декабрем, ясно. Нет. Точно нет? Точно нет. Тыкв дома нет? Тыквы. Наташка, арестуют. Есть. Фига, глаза аниме. Да ебать. А чего у них тыквы дома, блять, у всех, я не понимаю. Вы арестованы. Зачем они вам? Кушать. О, вы хотите кушать? Как наказывать людей, которые хотят в Хэллоуин повеселиться, отдохнуть, не знаю что. А почему их наказывать надо? Почему нет? Западный какой-то праздник, который сюда привили, чтобы дестабилизировать нашу духовную... Как во! Это американский праздник, он не нужен мне. Запретить его надо? Да, конечно. А как наказывать тех людей, кто хочет отмечать? Я не знаю. Как-нибудь. И в тыкву дать. 31 октября сегодня, вы знаете, что за праздник какой-то? Ну, Хэллоуин празднуете. Хэллоуин? Откуда вы знаете? Ух, все знают. Чуть такое. Да кого там все знают, ага. Да вообще, мы где живем? Я такого праздника не знаю. Нужно его запретить в России? Ну, это на усмотрение у наших верхов. Мы справляем Новый год, а остальное... Остальное можно запретить. Ну как там вверху решат? Пусть сами решают, я не хочу думать. И вообще что-то решать. Это не наш... Ну запретят, значит так надо. Запретили, ну значит запретили. Значит, да. Праздник так, что решат наверху. 23 да. февраля, 8 марта это наше. Да, остальное наш... нам... Что, блядь? 8 марта вы даже... оккупировали, ёб твою мать. Круто, круто. Да. Хэллоуин. Хэллоуин? Заебал он с этим дедом, нахуй. Бля. Хэллоуин? Не слышал. Чего? Как ты не слышал? Чё врет? А запретить надо этот праздник? Ну, это уже не в моей компетентности. Нужно запретить его в России. Конечно. Зачем это? Да ну, кому надо, пускай отмечают. А так, зачем запреты? Я против всевозможных запретов. Так что решай. Неужели умный человек? Так наверху. Может, нам его как-то заменить своим каким-то праздником? Ну, возможно. У них там тыква, да, символ какой-то вырезают. А нам какой свой символ придумать? Ребят, что можно вырезать? Арбуз? Я предлагаю взять кабачок и на нем вырезать. Ладно, не важно, что на нем надо вырезать. Вот кто будет заменять и кто хочет этот праздник, тот пускай над этим и думает. Кабачок подойдет. Ну. Стрим инсайде, а что не так? Ну, возможно, пускай будет кабачок. А что там такое? Как относитесь к Хэллоуину? Хэллоуин? Да а за... что такое? Хэллоуин, знаете, что такое? Тоже не знаю. Ну и слава богу.
Это что такое? Я не деревенская, может, деревню знают, а я... Хэллоуин. Да, у нас в деревне тут знают, что такое Хэллоуин. Как заменить, как его назвать? Хэллоуин. Чего? Чего? Хуйлин, как заменить, как его назвать? Хуйлин. Хуйлин? О, господи. Хрена себе снег. Балдеж. Ему сейчас реально в тыкву дадут. Ходит там, наряженный. Надо его запретить у нас. Нет, конечно. Как это? Так, а зачем запрещать? Как наказывают россиян, которые хотят в этот день отдохнуть, повеселиться? Никак не наказывать. Разрешать, отмечать. Это вообще охамели просто. Нужно ли его отменить у нас в России? Да нет, почему? Запретить. Зачем? Ну это же Запад там разрушает наши эти генетические коды. Как во! Как наказывают людей, которые хотят в Хэллоуин отдохнуть, повеселиться? Убить. Ебать, это Сталин, что ли? Повеселиться. Убить. Расстрелять. Я в ахуе долбоеба. Ну, в GTA 5 RP он имел в виду, наверное. На сервере Радмир. Ссылка на сервер в чате. Я в ахуе, блядь. Остальное, это не наш праздник, так что решат... Ну, в этом году и Новый год, скорее всего, запретят. Решат наверху. Да за что тыкву-то? Хуйлин это не наш, это американский. Чё? Праздник, он нахуй не нужен. Извиняюсь за выражение. А. Тыкву. Ну ладно. Давай еще опросы, ну. Вот тянет хронометраж-то, блять, ёб твою. Как наказывают россиян, которые хотят в этот день отдохнуть, повеселиться, не знаю. Да никак не наказывают, чё, это им хочется. Скоро Бог сам всех накажет. Близко к этому. Как это? Ну так, а что, не видите, что творится кругом? Все это уже прописано было, все это предсказано было, это идет. Ладно, счастливо. Да ну в пизду. А что всех наказывают-то? При чем тут все вообще? Пусть Бог накажет тех, кто за это ответственен, за этот пиздец в мире. Вот. Пусть эти люди отвечают за то, что они начали делать. Че всех-то, блядь? Че все сразу? Как дело, деньги, леденец от Вилли Вонка. Кровавый карамелька, юбцы сделал пинга-бонга. А нам головоломка, что на помойку, а что в котомку. А хули культура, значит пересборка кубика.